Приветствую вас. Вообще говоря, если вы были у врача, психиатра, вот, то вам, в общем, должны были поставить диагноз. Если где-то врач был, то вам должны были поставить диагноз, вот, и назначить соответствующее лечение. Несколько странно, что психиатр просто назначил вам антидепрессанты и все. То есть это, вообще говоря, очень мало. Это, вообще говоря, практически ничто, да, то есть антидепрессанты — это только то, что поддерживает вас, но ни в коем случае не лечит, Екатерина. Вот. То есть именно лечение осуществляется через психотерапию. Вот. То есть, панические атаки, да, это страхи, а у страхов есть свои причины. И, соответственно, работать нужно именно с причинами страха. Вот, причинами тревоги, нервного напряжения. А антидепрессанты, как и любые препараты, да, они помогают, условно говоря, предрасположить вас к терапии, ну или расположить вас к терапии, как угодно это можно назвать, да, расположить вас к терапии, вот. Поэтому сказать о том, что с вами, да, нельзя, это должен, наверное, сделать врач для начала, который вас обследует, проведет соответствующие тесты и, возможно, диагностирует вам ваше состояние. Вот. Он не назначит психотерапию, вот, в рамках которой мы уже будем с вами поработать при условии, что вы будете принимать препараты. Вот. Лекарства, которые вам назначат врач. Вот. Только совмещая психотерапию и лекарства, можно что-то изменить. Вот. А сейчас можно предположить абсолютно все, что угодно, если честно, я не вижу в этом никакого смысла. А вы описываете следствие, Екатерина, своей проблематики, но не причины, да? То есть вот, условно говоря, то, что у вас была, то, что у вас появились панические атаки, то, что они у вас появились, а вот именно появились панические атаки, они же, ну, появились не на ровном месте, да, то есть я уверен, что не на ровном месте появились. У этого, значит, есть свои причины. Ну, есть причины, почему они появились у вас. Вот. И, соответственно, нужно исследовать эти причины, нужно работать с ними. И вот в результате психотерапии, я полагаю, что вам станет уже значительно легче. Вот. Только так. Только так, вот так можно ответить вам на ваш вопрос, потому что, ну вот сейчас по одному только вашему сообщению, по одному вашему тексту, без анализа, без сбора сведений, без сбора информации о вас, сказать, что с вами. А самое главное, как это все изменить, практически невозможно. То есть дело здесь не в том даже, что с вами, дело в том, что вас беспокоит и что делать дальше. Понимаете? Вот. И первое, на что нужно обратить внимание, это на среду, в которой вы находитесь,
и в которой появились вот первые симптомы, да, то есть вот, ну, панические атаки. Вот это нужно исследовать. Если у вас есть такое желание, то, соответственно, выбирайте себе психолога и начинайте работать предварительно, пройдя обследование у врача, либо клинического психолога, либо психиатра, и получив диагноз и назначение как препаратов, так и психотерапии. Но, наверное, начать групповую психотерапию, такое тоже бывает. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.